Готовимся. У нас сегодня большой съемочный день. Мы будем снимать клип. Наверное, многие уже из вас догадались. И навряд ли мы сможем показывать, конечно, много бэков, но какие-то моменты обязательно с вами поделимся. Вот, например, Что, меня хочешь снять? Нет, конечно. Я хочу снять свою руку. Сейчас просто определялись точно с макияжем. Это очень забавно. Такие моменты. Между делом, ребята, вот мы снимаем клип, а сейчас она пришла помыть комнату. Привет. А еще я упала, сука. Это мы... Ой, с ветки. Блин, ну, вот такой сегодня у нас странный день. Идеальный обед от для нашего... Для идеальных женщин. Какой льстец. Смотрите, что нам приготовил наш повар. Что я забыла, как... Паста? Нет, паста была не езда, но я забыла, как у нас моркусенье линию. И мы просто нереально уставшие. Тебе можно показать? У меня? Вот, посмотрите, просто это нас... Вот это жизнь. Жизнь вот это попала. Жизнь. Да. И теперь мы будем жрать твою еду. Да, это наши молитвы перед каждым приемом пищи от нашего гуру. Итак, смотрите, наш ужин. Подожди, сначала я сниму. Просто потрясающе. Так, еще одна красоточка. Просто потрясающе. Да, мы только едим. Мы на самом деле только едим. Мы притворяемся, что мы тут клип снимаем. Я выгляжу просто... Ну, я уже даже не пытаюсь что-то с этим сделать. Просто очень тяжелый день был. Вот мы снимаем клип, а сейчас она пришла помыть комнату. Привет. Так. Это рыба. И грибы. Я не знаю, зачем это говорю. Это олень, кстати. Это олень, это домик. Олень рядом с домом. Олень рядом с домом. Все как-то. Все как-то странно. Если я это сниму, ты не обидишь? Ребята, вот так, вот такое бывает. Вот такое бывает.